Мы находимся на пиар-вечеринке ТВ «Шанс». Рядом со мной Елена Кожевникова. Елена, добрый вечер. Здравствуйте. Елена, вы сегодня будете выступать или в качестве гостя? Пока я в качестве гостя, как приглашенный гость, да. Но, может быть, я и выступлю. Возможно. Елена, у вас свой проект, я знаю, как он называется, как давно вы выступаете, поете, либо у вас просто сценические выступления? Да, у меня авторский проект, называется он «Флэш Манго». Ну, как бы мы везде заявляем «Елена Кожевникова и Флэш Манго». Выступаем мы уже, наверное, с января месяца. То есть мы достаточно молодой коллектив, только вот недавно образовались, да. Я собрала состав в декабре 2021 года. С января мы уже выступаем, записали уже трек, работаем сейчас над альбомом. Ну, собственно, работаем. Елена, на нашем проекте вы первый раз или ранее уже были, посещали? Вот на пиар-вечеринке впервые, но с ТВ «Шанс» я познакомилась относительно недавно на мероприятии одного очень знаменитого человека. Вот так. Скажем, какого? Или оставим в секрете? Ну, я думаю, можно сказать, да, Александр Песков. Вот, юбилей у него был 60 лет, и, собственно, там мы и познакомились с прекрасной командой ТВ «Шанс». А как вы с Александром познакомились? С Песковым? Да. Ну, это отдельная история. Познакомились, скажем так. Есть у меня друг, собственно, вот он нас как-то свел вместе, да, и нас Александр пригласил, нашу группу, выступать у него на юбилее, так что, ну, это большая честь для нас. Вот. Елена, как вы считаете, какие качества лично вам помогают в вашей профессии и с какими трудностями приходится сталкиваться в профессии? Самая большая трудность – это собрать моих музыкантов на репетицию. То есть дисциплина у нас хромает. Но мы собираемся, да, и репетируем. И, наверное, качества, которые мне помогают, это целеустремленность и отсутствие каких-либо комплексов. Я не знаю, я просто вижу цель, не вижу препятствий. Вот так. Супер. Алена, у нас проект для начинающих артистов. Какие вы им дадите советы, какие пожелания, как им пробиться на сцену, как стать популярными, узнаваемыми? Верить в себя, безусловно, только верить в себя, никого не слушать. Очень много людей не заинтересованы, да, но есть такие люди, к сожалению, встречаются, которые не заинтересованы в твоем успехе, в твоем развитии, да, и дают какие-то советы там неправильные. Нужно четко видеть цель, верить в себя и идти вперед. Все. И мечтайте, ребята, мечтайте, потому что мечты имеют свойство сбываться. Вот так. Спасибо вам, творческих успехов, побольше выступлений и хорошего вечера сегодня. Спасибо. Спасибо вам, ребята. Пока. Пока-пока.